Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Stolen проходить тут. Анька что-то свои ботинки поправляет. А я что-то, получается, загрузился и почему-то вот тут. А я не знаю, я нажимал уже эту кнопку или нет? А вроде нажал, да? А тут еще что-то, смотри, через вот эту херню. Поиск, что это тут? Что-то можно пошариться, смотри. Давай. Оп. Золотой кубок. Тут как-то сохраняшки происходят непонятным образом. Не пойму, то ли из комнаты в комнату, когда она переходит, то ли что, я не пойму. Так какая разница, я ж-то с комнаты перешел. Так, как нам этого... Тут я прошарил все. Да, тут я прошарил, хорошо. Это у меня электрику выбить. Так, надо как-то вот этого чувачка, у него ключ стыбзить. А это получается, что я еще не взламывал этот компьютер, да? Эта дверь закрыта на электронный замок. Единственный способ открыть ее – взломать с локального компьютерного терминала. Правильно. Давай взломаем, в чем проблема. Опять же ж такие. Это обычная система. Да я уже Чтобы понял. Взломать ее, просто выбери цель так, на карте и скопируй логин. Логин, тын-тын-тын-тын-тын. Дальше. Угу. Хорош, зевай, зевака. Так, тут я открыл. Теперь надо охранника отвлечь. Анька, ну-ка давай ползи мне нормально. Так, это надо как-то вот тут. Прибор слежения, аннулятор. Вот это вот излучатель нам нужен. Ну, 8 штук мне их. Так, надо как-то его оттуда выманить. Ну, туда давай выманим. Так, выстрелить вот так. Теперь Q. Она передвигаться не может. Так, как там, J, да? Ж. Эй. Там что-то есть, чувак. Есть, схватить. Чё? Ты видал это? Он телепортировался, короче, назад. Это прикол такой или чё? Поиск. Ага, есть, ключик открыли, отлично. Он такой стоял, и только я нажимаю сразу. Тю, и как Супермен, блядь. Улетел. Тут я так понял, немножко коряво то, что переход между локациями получается этот самый... как за... типа отдельная локация. То есть я перешел отдельная, перешел отдельная. То есть это... Ой, блядь! Да... Анька, ты ёбнутая. Ты, блядь, короткорукая, сука. Ну и ты ее вырубишь, нет? Пиздец. Что делать? Вырубить его, нет? Давай вырублю. Души его нахер, блядь! Чтоб, сука, больше меня так не палил. Подлец. Тут чего? Взломать замок. Давай. Эть-эть-эть. Ага. Так, куда это крутить? Вот сюда. Эть. Так, тут чего это такое вот? Есть, пошли. А тут сейчас еще один, да? Ой, тихо, он спит. Давай не будем его будить. Может ему по яйцам дать? Так, ну-ка, подожди, давай-ка мы тут пока прозондируем, что тут есть. Тут так, вон там что-то поиски есть. Дверь. Блять, они даже и спят, им пончики снятся, вы представляете? Сука, вот вы, короче. Прибор слежения. Здоровье. Так, давай пошныряемся.
Японский дротик, в смысле. Они, и можно воспользоваться? Нихера. Ха. Ой. Так, тут все неудобно сделано в управлении. Так, а что мне делать? Смотри, перчатки, прикольно. Давай что-нибудь там повакуумируем. Ну вот, дверь. И сюда. Я послал тебе парней. В смысле? Ты сюда? А меня тут нема. Меня тут нет. Тут никого нет, успокойтесь. Блин, а он-то сюда идет. Ой, он не сюда идет. Так, что ты, блядь, стань нам... А что тут такое? Взломать. А, это дверь. Что взломать-то? Тихо, тихо. Да, возвращайтесь спать, вам пора уже. Давайте ложитесь все. Вот тут что-то... А, комп. Так, давай. Нифига, тут уже посложнее. В центр прям возвращается, смотри. Тык-тык-тык-тык-тык. Да... Блять, грузовой лифт. Тут так тупо управляется она, так. Ухожу. В смысле, подожди, что еще там можно взломать? Загрузить карту. Какую карту? Давай загрузим. Загрузка карты завершена. Назад выход. Да, блять. Как выйти-то? Е. Эй. Назад выход. Что назад выход? Как выйти? Эй, Е, escape. Не работает, в смысле. Подожди, а как выйти? Эй, а как отсюда выйти? Назад выход, ну. Блять, backspace. Ты опять там проснулся, что ли? Встал не с стула. Ох, ты же жирный, смотри, у него сало свисает с боков чуть ли не. Шарик ты круглый. Никого нет. Так, мне надо туда на грузовой лифт. Я так понял, с сохранений тут сильно толку нету, так что можно даже не сохраняться. Не, ну как сохраняться? Сохраняться только когда выходишь с игры и все. А так она начинает все равно... Заново с того момента, где ее, так сказать, цепанули. Все, успокойся, пончики тебя ждут, чувак. Давай, иди на стул, там пончики. Там пончики. Есть еще что пошнырить? Бляха, уже спит, прикинь, нихера себе, вот это. Охереть. Мне бы так. Да не, вроде ничего нет, да? Блин, такая сенса дикая. Тут нельзя ничего взломать. И вызывай. А теперь он типа не слышит, да? Глухошара. Спокойно, все будет нормально. Не паникуй. Опс. Никого, никого. Никого, никого. Чё это, чё это? Уточка или что? Что он такое понес? Чё это такое у него в руках? Чё это за пакет или что такое? Чё за херня? Мне это надо, чувак. Ай! А как я карточку добуду? Так, вот тут можно шныряться, я уже понял. По таким ящичкам. Прибор слежения.
Так, тут надо вообще-то пользоваться всякими вот этими хернями, я так понял. И очень неплохо такими надо пользоваться. Ой, блядь, тут камеры, твою мать. А я вот это бегаю как угорелый, нормально так. Ну смотри, вот тут камера меня не должна спалить, правильно? Блин, а вы тут прям вообще жестко. Жесткие камеры. Здоровье. Их вырубить или нет? Или пускай работают. Сюда можно? Давай бай сонар просонируем тут. А чё сонар не работает-то? Эй! У меня сонар сломался. Ебау! Аня, я обнаружил какое-то электромагнитное излучение. Когда ты окажешься рядом с его источником, то почувствуешь легкую вибрацию. Луи, ты меня каждый раз удивляешь. Такс, подожди. Вон туда надо. Так, там лазер, короче, что-то и появляется и исчезает. Да, вон туда надо. Потом туда надо. И сюда надо, да? Но она не перепрыгнет, мне кажется. Вот сюда можно? Опа, можно, смотри. Левый Ctrl спрыгнуть. Так, подожди, мне сюда надо или не надо? Сюда мне вроде не надо, да? Там опять надо... Так, Е завернуть. Как тут неудобно сделано? Надо так... спрыгнуть. А как мне прыгнуть дальше? Чего это? Кто? Кто меня шмальнул? Я же на лазер даже не стал. Семейная фотография. Ну, это дорого, можно будет продать. Да, здоровье хорошо есть. То меня что-то подбило. Переносное радио. А чё меня током жахнуло? Вот это что ли? Тазер. Тазик. Его можно растазировать? Да короче, нахер. Так, лазер, что с тобой? Мне вон туда надо, да? Ага. Так, теперь куда? А как же тут неудобно заворачивать за углы-то? Ха-ха! Здорово! Крупный план. Это меня тазер так? А он за мной палит? Круто, да, палит за мной, но не стреляет. Типа, если ты на лазер не попадешь, я тебя не буду стрелять. Но если ты на лазер попадешь, я тебя буду палить. Но я буду стрелять именно тогда, когда ты на лазер попадешь. Оп. Ай. Так нечестно. А почему ты не схватилась? Эй! Что делать? И? Ты куда? Эй, я тебе не говорил вообще-то прыгать. Сучка. А чё она прыгнула? Я наш должна была закувыркнуться, туда залезть. А вот еще смотри, что-то провтыкал я. Система. А чё за херь? Я же ей сказал залезть наверх, а я не нажимал. Я только один раз нажал пробел. Хер ли она, блин, туда кувыркнулась? Вот ты, Анька, блин. Тупишь. Так, камера сюда идет. Камера туда идет, окей. Тут уже больше ничего нету. Вроде нет. Ай, как неудобно тут с камерой немножко. А
Саня, я обнаружил какое-то электромагнитное излучение. Когда ты окажешься рядом с его источником, то почувствуешь легкую вибрацию. Луи, ты меня каждый раз удивляешь. Так, смотри. Вот что-то лазер тут, не пойму. Он так сбоку вроде, но... Так. Вот тут не пойму. Может, тут надо было дальше полезть? Лизяй, эй! Ты чё ты тупишь? Может, тут надо было вот так дальше? Ага. И... Залезь! Залезь, сука! Чё, почему она не залазит, алле? Почему она спрыгивает сразу? Я же не нажимаю тебе. Там было написано, если хочешь спрыгнуть сразу, нажимай, блядь, сразу. Я не нажимаю, блядь, сразу. Оно мне, блядь, не сразу. Что за херня? Анька. А куда тогда, подожди, если она не хочет залазить? Блять. Вот ты сучка, я тебе серьезно отвечаю. Ну и лезь, чё, вот почему ты зависла? Вот она бывает зависает, вот когда вот так переходит. Я нажимаю, она не хочет лезть дальше. Так, как же тут, блин? Да неужели, блядь? А дальше куда? Стоп, дальше-то сюда. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как тут спрыгнуть? Просто спрыгни. Молодец. Анька, молодец. Есть. Чё, я выключил? Выключено. Немного ли возни из-за одной двери? Может, в следующий раз да ты говори. Просто постучишься? А что? А, выпустите меня. А тут лазер работает? Все, я все вырубил, да? Значит, тогда можно пробел прыжок. Эй, Тони, у нас пропал свет. Куда вы там смотрите? Не, все нормально. Ладно, пошлю пару человек проверить, в чем дело. Да не надо, никого тут нету, там все нормально, там просто это самое. Сбой в электропитании, сейчас все восстановится, не спеши. Блин, а тут боевка вообще жесткая просто. Она короткорукая такая, надо просто в упор максимально подходить. И то. Никого нет? Мне вот просто интересно. Или сейчас отсюда выйдут? А, один. Я где? Он где? Блядь, я их двое. Или их трое вообще? Их надо вырубить? Или их можно не трогать? Хороши дела. Пора уносить ноги. Ха-ха. Беги, блядь. Куда? Кто-то задел датчик. Я. Это был я. Меня стреляют вообще-то, так что я бегу. Нет, надо в дверь. Нету никого, я свалил. А подожди, я хоть туда свалил? Ха-ха. Вообще, блин, шо. В темноте я чувствую себя спокойно. Да, точно. Блин, тут камера жопная. А я хоть туда пошел? Блин, я так свалил от них вообще жестко. Ой. Ну-ка. Тихо, тут уже палят. Опа, контрольная точка, серьезно.
Так, а этого придется вырубить, да? Или нет? Да, придется вырубить. И забрать у него пару монет. Не, смотри, аннулятор, нихера себе. Чувак модный. Так, в принципе, контрольная точка, я могу сохраняться и заканчивать на этом. Потому что дальше мне нету смысла идти. Потому что... Все равно я, получается, начну с той точки. С вот той точки, где я закончил контрольная точка. Все, ребятушки, закончим на этом серию. Продолжим в следующий раз. Почему ты пистолет не можешь взять, дура? Ладно. И всем до встречи, и всем пока-пока.